Всем хай, с вами Алена. И как вы думаете, на что сегодня будет у нас реакция? Нет, наверное, не угадали. На мое первое видео, которое я снимала вообще на этот канал. Ребята, будет очень-очень интересно. Мне кажется, эта рубрика еще интереснее, чем реакции на тянок. Ну что ж, погнали? А нет, стоп-стоп. Перед тем, как я начну, хочу вас кое-что попросить. Я собираю на свой скин мечты. Кто хочет мне помочь, пожалуйста, задонатьте. Вот мой ник, вы видите на экране. Говорю сразу, ребята, вы не обязаны. Короче, я просто в шоке. Значит, зашла я в Roblox играть и смотрю, значит, на свои робуксы. У меня 823 робукса. Огромное спасибо тем зайкам, которые мне задонатили. У меня было сначала типа 806 робуксов, а сейчас у меня 823. Спасибо вам огромное. Кому не жаль, пожалуйста, задонатьте, я собираю на скин мечты. Некоторые уже знают, что в каком-то из своих видео я просила задонатить, и вот эти вот прекрасные зайки мне задонатили. Спасибо еще раз. Ну что ж, а теперь точно погнали. Всем привет, ребята, и я новая роблогерша. Ну что ж, приветствую старую Алену в YouTube. Я буду снимать для вас видео в YouTube. Объясните, во-первых, что с голосом, а во-вторых, ни в каком случае не хочу обидеть себя в прошлом. В этом видео я вам расскажу, кто я и что это за канал. Во-первых, я вам представлюсь, как меня зовут. Меня зовут Алена. Капец, какая же важная информация, что тебя зовут Алена. Вау, просто. Это было во-первых. А во-вторых, давай-давай, рассказывай, что же ты там будешь снимать нам? Мне 11 лет. Капец, как тебе могло быть 11 лет, если мне сейчас 11 лет? Кстати, ответ на те вопросы, сколько же мне лет. Да, ребята, я тогда соврала, что мне 11 лет. На самом деле, мне тогда было в районе 10 лет где-то. Живу я в Украине. Ты чё, контору палишь? Я не поняла, капец. Ну, вроде бы все про себя рассказала. А теперь я вам скажу, что я буду на этот канал снимать. Ребята, сейчас я вам опишу, как же я это слышу. Всем привет, я новый роблогер, я буду для вас снимать новые видео. Короче, мне 11 лет, я живу в Украине, вот, вроде бы про себя все рассказала. Сейчас я буду говорить, что же я снимаю. Короче, топ. Тут будет очень много рубрик, такие как прохождение Tower of Hell. Ну да, прохождение Tower of Hell, ну конечно. Когда я последний раз его снимала? Года 3 назад. Adopt Me, я вам буду дарить подарочки всякие, питомцы, а вот раз трейды буду с вами делать. Да, мне просто интересно, тоже мне поверишь, что я буду реально отдавать питомцев на траст трейде. Не, ну реально. У меня тогда на той момент, когда я выпускала это видео, было подписчиков как дырка в бублике. Тут еще будет прохождение Tower of Hell. Пожалуйста, остановите мне мой смех. Вы серьезно? Tower of Hell? И крутые карты в Роблоксе. Вроде все. Ну крутые карты в Роблоксе я реально пару частей там реально и сняла. Если вы хотите реакцию на крутые карты в Роблоксе, тогда пишите мне в комментариях. Как вы видите, у меня не донатерский скин. Да ты что, я даже не заметила. А я думала, у тебя донатерский скин. Капец, вот это ты мне Америку открыла. Ну, если вы наберете мне под любым видео 1000 просмотров, тогда я задоначу 450 робоксов. Небольшое включение, у меня есть второй канал, тупо по Роблоксу, никаких тянок, ничего такого. Кому интересно название, Роблокс по приколу. И да, кстати, не ты задонатишь себе 450 робоксов, а твой папа, точнее мой папа, который мне до сих пор не задонатил тех 450 робоксов, зато мне мама задонатила. Но это большая разница. И на видео покажу, как я буду делать свой скин. Да, ребята, я сделала все-таки скин за робоксы, которые мне задонатила мама. Огромное, кстати, спасибо за это. Но если бы он выглядел, этот скин, вот так вот, ну либо же вот так вот, но, блин, не вот так вот. Вот так. И не знаю, что я буду делать, как в ТикТоке свой подвал и называть вас подвалышами. Объясните мне, пожалуйста, что же у меня с произношением? Это ломанный русский или это вдвойне ломанный русский? Ну и отвечать на ваши комментарии. Если вы хотите, тогда пишите в комментариях «Я хочу подвал».
До сих пор, ребята, помню эти воспоминания, когда я думаю, блин, а вдруг это видео залетит, а может оно не залетит, а может вообще что будет с этим каналом, ну и так далее. Короче, это видео залетело на 500 просмотров. Ну а чтобы стать моим подвалышем, вам нужно лишь подписаться. Говорю сразу, я тут еще буду выставлять истории со своей жизни. Да, ну да, конечно. За всю историю моего канала я выклала только одну правдивую историю. И ноль неправдивых. Настоящие. Но этот канал не для всех. Ну а точнее, кто играет в Брон Хевани. Не, вот Алена из прошлого, скажи мне честно, ты серьезно насчет канала, что это не для всех канал? Ребята, этот канал полностью для всех. Даже если вы играете в Майнкрафт какой-то, в какой-то там Бравл Старс или как оно вообще там называется, тогда, блин, а если вам реально интересен мой контент, тогда реально смотрите, блин. И какой Брукхевенечек, как я там сказала? И Мартер Мистери 2. Тогда вам просто нечего делать на моем канале. Почему? Потому что вам будет скучный мой контент. Этот год могу сказать только так. Я играю сейчас в Murder Mystery 2, в Brookhaven, тот я не играю. Но все же, если человек даже это играет, то, блин, ему может быть тоже интересен этот контент. Угораю из себя в прошлом, честно. Ну, а если вы играете это... И если вам интересен мой контент, я буду очень рада. Ну и попрошу вас кое-что сделать. Просто нажать на красную кнопочку под видео. И да, пожалуйста, нажмите на красную кнопку ниже. Буду очень благодарна. На этом я, наверное, буду кончать свое видео. Всем до новых встреч. Пока-пока, ребята. Пишите, интересна вам такая рубрика или нет.